Весна ассоциируется с самыми прекрасными чувствами, как любовь, красота и очарование. И именно в эти дни организаторы реабилитационного центра решили провести конкурс прекрасных из прекраснейших, где претендовали на звание «Мисс Весны 2013» 7 юных красавиц из Нефтекамска и Краснокамского района. Зал был полон. Зрители с нетерпением ждали выступления маленьких участниц, за которых они пришли поболеть. Это одно из мероприятий. А мероприятия у нас ежедневно проходят, каждый день. Что мы хотели вот этим мероприятием, что наши дети, как и все нормальные дети, они могут участвовать, они могут себя показать, они могут себя обеспечивать. И потому что и наша цель нашей реабилитации заключается именно в подготовке к жизнедеятельности наших детей. На творческой сцене почти все участницы стояли впервые. Но, несмотря на это, они все выступали уверенно. Так они показали свои визитки, а потом блеснули своими умениями и знаниями в различных конкурсах. Например, в конкурсе шляпок маленькие модницы продемонстрировали не только прически, но и головные уборы, которые сделали дома сами. Но особо всем зрителям и самим участницам понравился конкурс художественной самодеятельности, в котором юные участницы показали все свои таланты. Без бурных аплодисментов не обошлось. Поддержать юных участниц и показать свои номера пришли и воспитанники детской школы искусств, и даже студенты нефтекамского филиала БГУ. Все участницы были самыми-самыми, и каждая была достойна звания «Мисс Весна 2013». Но жюри пришлось сделать свой выбор и подвести итоги конкурса. Так участницы чествовали по номинациям, таким как «Мисс Улыбка», «Оригинальность», «Обаяние», «Чудесный голосок» и «Находчивость». А звание «Мисс Весна 2013» получила Анастасия Сиддикова. Да. Ты ожидала, что победишь? Нет. Мы очень готовились к этому. К этому мероприятию мы готовились очень тщательно. Мы как к конкурсу шляпок. Мы стихи. Она очень выбирала. У нее много стихов своих. За 2-3 дня нам сообщили об этом. И вот эти 2-3 дня она ночь не спала. Готовилась к этому мероприятию. Ей очень нравятся такие конкурсы, где она выступает, где она свои таланты, как сказать, показывает. Спасибо. Учреждение реабилитационного центра включает и филиалы. В дальнейшем планируется провести подобные мероприятия уже в 8 близлежащих районах республики. Айгуль Гарифуллина, Марат Самигуллин, информационная программа «Ежедневник».